У нас в рамках дискуссии еще один доклад. На что обращать внимание организаторам, чтобы повысить шанс привлечения партнеров-спонсоров мероприятия? Светлана Новокшонова, руководитель отдела маркетинга компании «Директум». Здравствуйте все. Кликер. Я прям почувствовала себя тем вредным клиентом, который переписывает договоры постоянно и общается с организатором мероприятия по несколько месяцев. И сегодня, наверное, я расскажу некоторые вещи, которые уже были затронуты раньше в сегодняшних докладах. Значит, представлюсь. Меня зовут Светлана Новокшонова. Я являюсь руководителем отдела маркетинга компании «Директум». Работаю в маркетинге с 2007 года. 6 лет из этого опыта я занималась организацией мероприятий. Сегодня мы как раз поговорим о том опыте, который удалось собрать нашей компании с точки зрения работы с поставщиками и на что нужно уделять внимание. Так, не кликается у меня почему-то. О, презентация. Для начала несколько слов о специфике нашей компании. Мы работаем на рынке B2B. 16 лет продвигаем систему электронного документа оборота. Сейчас у нас в портфеле 2500 клиентов, больше даже. Это коммерческий и государственный сектор. И 100 партнеров по России и странам СНГ. Если говорить о деловых мероприятиях конкретно, то